Добрый день, дорогие друзья. Значит, видео номер два. Расскажу вам за кухонный комбайн Bosch. В первом видео мы снимали распаковочку. Здесь уже мы решили его дальше использовать, посмотреть, как же он работает дальше. Вот смотрите, когда нажимаем здесь кнопочку, поднимается вверх плечо. И сюда вставляется то, что вам надо включить, допустим, там венчик какой-либо, там тестомес. Вот он с защелкиванием включается, вставляется. Опускается вниз до щелчка. Здесь сбоку есть рычажок, который включает, выключает и устанавливает скоростя. Вот видите, здесь показано. Вот это я видео снимаю для того, чтобы показать, как громко или тихо он работает. Потому что, когда я читал и смотрел в интернете отзывы, одни писали, что он достаточно громко работает. Но вы знаете, вот видите, на первой скорости я включил, работает, ну, тихонечко, совсем неплохо. Вот вторая. Третья. Шо? Третья. Четвертая, видите? Ну, в принципе, я бы не сказал, что сильно там на четвертой самая мощная и быстрая. Ну, в принципе, работает, звук очень приятный. Все очень красиво. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.